Мошенничество в сети и кражи с банковских карт. К такому виду преступления злоумышленники прибегают все чаще. С начала года в республике количество бесконтактных хищений выросло на 73%. Как противостоять мошенникам, обсудили на заседании общественного совета МВД. Ваша карта заблокирована. Вам одобрен кредит. Такие сообщения от якобы банков – ничто иное, как уловки мошенников. Все работает по одному сценарию и сводится к тому, что вы сообщаете данные карты и теряете деньги. Другой пример. Вы решили сделать покупку на Авито, а продавец просит вас внести предоплату. С большой вероятностью перед вами мошенник. Следующий вид способ заполучения реквизитов банковской карты наших потерпевших – это звонок. Скажем так, с приятной новостью о каком-либо выигрыше, о получении каких-либо бонусов или еще каком-то неожиданном сюрпризе. С начала года в республике произошло 742 бесконтактных преступления. Ущерб составил более 27 миллионов рублей. Вернуть удалось 1 000 000 с небольшим. И чтобы поймать мошенника, надо, во-первых, здесь провести большую подготовительную работу, выяснить, куда выезжать, кого искать и что проводить. Вот. После этого осуществлять выезд в другой регион, где работать и в другом регионе силами тех ресурсов, которые есть в нашем распоряжении там. И вычислять преступника по тем маломальским данным, которые есть в нашем распоряжении. Предупрежден, значит вооружен. МВД и банки республики проводят совместные профилактические мероприятия. Памятки на сайтах, листовки в общественных местах, встречи и беседы с жителями. В Сбербанке работает система искусственного интеллекта, которая проверяет подозрительность той или иной банковской операции, которая после временно блокируется. Сотрудник банка, сотрудник колл-центра действительно может позвонить клиенту для уточнения именно вот данной ситуации. Был ли платеж совершен? Если клиент подтверждает, что действительно он эту операцию видит, знает, совершает, действительно операция разблокируется и платеж осуществляется. Специалисты банка еще раз напоминают, запрашивать данные вашей банковской карты сотрудники колл-центра не имеют права. Татьяна Леонтьева, Родион Архипов, Валерий Резюков, Республика.